Привет всем! Сегодня у нас 28 июля. И снова я иду в лес. И за грибами посмотрите, и на рыбалку, в общем. Сейчас вам покажу, какое уже солнышко скоро встанет. В общем, рассвет сейчас. Здесь, наверное, 6 часов утра. Вот только начинает всходить солнце. Такие вот здесь полянки. Ну и нужно идти к речке. Сыро. Сейчас роса утром. У кого здесь тоже поскосили все. Травку. Днем жарко. Где-то, наверное, за 30 высоко. Трава быстро сохнет. Сейчас дальше пойду. Такая травка. Те, кто встает всегда поздно, ну, так скажем, долго спит. Они, конечно, не понимают, наверное, какая вот красота утром. Тут часов 5-6, когда еще такая свежесть перед жарой. Такая вот красотища. Тишина, спокойствие такое. Речка там, туман над речкой, наверное, большой. Вот так вот надо идти. В общем, с утра такая пробежка, так скажем, 10 000 шагов. Так вот утром на речке туман такой небольшой. И на другом месте такой здесь лес. Такое вот солнышко уже встало. И вот такая рыбка. Это самая большая, остальные поменьше, такие небольшенькие. Сегодня тепло, уже сейчас даже жарко, поэтому рыба, наверное, не хочет ловиться в такую, когда теплеет, наверное, вода, может, поэтому. Ну, уже солнышко, оно какое яркое. Ну, скоро надо идти домой. Вот какая полянка. Вьюнков цветет по дамбе.